Приветствую на канале «Правильный выбор». Сегодня герой обзора – автоматический тонометр давления Meditec MT60. Это запястная модель, а какими особенностями обладает, узнаем далее. Поделиться своим мнением и задать вопросы вы можете в комментариях. Если вы еще не подписались на канал, рекомендую это исправить и обязательно активируйте колокольчик. Тогда вы не пропустите выход нового ролика. Если вы хотите приобрести эту модель по выгодной цене, переходите в описание, там оставлю ссылки на лучшие цены. Буду рад, если поддержите канал лайками. Автоматический тонометр – универсальный и компактный прибор для измерения давления и частоты пульса. Модель имеет большой экран и крупное обозначение, поэтому подойдет для пожилых пользователей и тех, у кого ослаблено зрение. Управление интуитивно понятно, крупные кнопки хорошо ощущаются под пальцами и легко реагируют на нажатие. MT60 – это полностью автоматическое устройство для измерения артериального давления на запястье. Простое и удобное в работе, идеально подходит для ежедневного использования. В изделии использована надежная элементная база и прочные материалы. При соблюдении указаний по эксплуатации изделие обеспечивает многолетнее использование. Изделие обеспечивает неинвазивное измерение систолического и диастолического артериального давления и частоты пульса взрослого человека компрессионным методом по анализу параметров пульсовой волны, осциллометрическим. Метод. Тонометр идет со стандартной манжетой от 13,5 до 21,5 см. Имеет индикаторы аритмии, уровня давления по классификации ВОЗ, низкого заряда источника питания. Цветная индикация по классификации ВОЗ позволяет оценить результат, определить нормальное давление и гипертонию первой, второй и третьей степени. Индикатор аритмии выявляет нарушение сердечного ритма на ранней стадии. При обнаружении аритмии на дисплее появляется специальный символ. Тонометр может рассчитывать среднее значение от трех последних измерений. В памяти сохраняются данные на 120 измерений. Я проанализировал отзывы и расскажу, какие главные стороны выделяют пользователи. Сначала отрицательные. Неправильно измеряет. Очень медленно набирает. Точные измерения только в правильном положении. Маловато манжета. Плохо застегивается на руке. Слишком мягкий манжет. Теперь перейдем к положительным. Компактный и простой в использовании. Помимо данных давления и пульса имеется индикатор гипертензии и аритмии. Удобная большая манжета подходит на большую руку. Пластиковый контейнер, батарейки в комплекте. Все движения по закреплению на запястье можно сделать одной рукой. Показывает правильно. Можно брать с собой. Если эта модель вам подходит, вы можете приобрести ее по выгодной цене, для этого переходите в описание. Там вас ждут ссылки на лучшие цены. Если же вы еще не определились, тогда смотрите наши уже вышедшие ролики, сравнивайте модели, и я уверен, вы найдете то, что вам нужно. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить новый обзор. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».